В Казахстане уже с 31 августа разрешат заряжать электромобили в подземных паркингах и на стоянках. В МЧС внесли поправки в правила пожарной безопасности. В Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и в Министерстве по ЧС проработали эти правила еще в апреле. И уже с 31 августа зарядные станции разрешается устанавливать в боксах, на паркингах, в помещениях для стоянки, под навесами и на открытых площадках. Количество электромобилей с каждым годом в стране растет. До 2023-го на учете стояло около 600 таких машин, а сейчас их уже почти 10 тысяч.